Краткое содержание сказки «Спящая царевна» Василия Андреевича Жуковского. Если в двух словах, то сказка учит читателя тому, что не надо забывать, что когда что-либо делаешь, надо относиться не только к людям, но и ко всем внеземным силам с уважением, чтобы не обидеть их. А то придется за обиды родителей расплачиваться детям. А теперь немного подробнее. Начинается сказка, как и все другие сказки, рассказывая о счастливой жизни царя и царицы. Единственное, что омрачает их жизнь, только то, что у них нет детей. Царица уже обращается ко всем, кому только можно. И вот, как-то гуляя у речки, встретила она рака и с мольбой обратилась к нему, хотя сама с трудом верила, что желание может сбыться. Но сказка есть сказка, и рак оказался волшебным. Желание вскоре исполняется. На радостях государь устраивает пир, на который, по обычаю, приглашает добрых фей. Их оказывается ровно 11. Есть еще одна старая и сварливая, но ее по причине того, что не нашлось для нее достойного столового прибора, решили не приглашать. Она страшно обиделась и решила отомстить родителям самым страшным образом. По ее желанию, царевна должна умереть в юном возрасте. То ли старушка уже стала слаба в колдовстве, то ли добро оказывается сильнее, но юная фея спасает свою царевну тем, что смерть заменяет ее на длительный сон. Как ни старался отец уберечь дочь, но сказанное сбывается. Все засыпают. Дворец зарастает, и несмотря на попытки молодых людей проникнуть и спасти красавицу, у них ничего не выходит. И только через 300 лет, когда наконец появился тот, кому предназначалась царевна, густые заросли расступились, и царевич попал во дворец. Здесь он обнаружил, что все спят. Стал все обходить, и в самой дальней комнате нашел прекрасную царевну. Она лежала как живая. Теперь только надо было ее как-то разбудить. Царевич не удержался и поцеловал прелестное создание. Тотчас все вокруг ожило, собаки залаяли, птицы запели. Люди стали продолжать заниматься своими делами. Молодые люди стали гулять по дворцу. Встретили царя и царицу, те очень им обрадовались. И благословили их. И в скором времени сыграли свадьбу. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.